Делегации из разных городов часто посещают Одинцово. В этот раз перенимать передовой опыт приехали коллеги из Королева. Виктория Викторовна наша, замечательная, со своей командой из Королева. Мы будем с ней просто дружить уже семьями, своими коллективами и в области образования, и в области медицины, и в области социальной поддержки граждан. Мы теперь будем дружить вечно. Одинцовский район гордится своими достижениями в области образования, медицины, благоустройства. Поэтому гости посетили самые интересные объекты с точки зрения внедрения в работу новейших технологий. Мы посмотрели всю проектную деятельность, то, что сейчас очень важно, все вот это метапредметное взаимодействие, то, что дает хорошее развитие. Ну а когда приехали в Одинцовскую районную больницу №2, мы смотрели, естественно, в преддверии Дня Победы, это палата ветеранов. Конечно, мы обязательно возьмем этот опыт. И вот после ремонта, то есть сейчас уже даже знаем, где будут выделены эти места, то есть отдельно, не так, как у нас сейчас в каждом отделении палаты, а мы сделаем также централизованно, это очень здорово. Делегация из Королева посетила Одинцовскую лингвистическую гимназию, внимательно ознакомилась с оснащением палат для ветеранов, которые открыты в районной больнице №2. Не забыли заехать в один из лучших детских садов Одинцова. Мы увидели командную работу в любой сфере. А это самое главное. Когда есть команда, когда есть люди, которые подхватывают любую идею и стараются ее воплотить, это здорово. Поэтому есть результат такой. Нас удивила Одинцовская земля. Мы очень благодарны, что вы нас пригласили. Ну и надеемся на дальнейшую дружбу. Гости высоко оценили работу системы образования и здравоохранения и высказали надежды на долгое плодотворное сотрудничество с коллегами. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».